Привет, друзья! Привет! Мы едем в магазин Костко делать покупки. У нас начались каникулы, и нам срочно нужно забить полки, холодильники, потому что у нас в доме теперь вечно голодные четверо детей. Короче, мы сейчас поедем в Костко покупать много всякой еды и всяких снеков. Самое главное – снеки. Да. А также мы будем ездить постоянно на озеро, и нам нужна такая еда, которую можно будет с собой взять и... Съесть. И съесть, да, по-быстрому. Так, короче, сейчас у нас будет огромная закупка в Костко. Мы приехали в Костко и еле нашли парковку. Такое чувство, что все решили затариваться на каникулы. Да, ужас, сейчас будем издалека идти. Ну да. Запарковались с другой стороны. Можно было пешком из дома прийти, да, Соня? Одинаково. Мы думали, что сегодня все будут на озерах, на реках. Жара. Одни мы такие умные. Да, одни мы такие умные. Оказывается, всем нужно затариться на эту неделю, видимо. Да. Вам шарики не нужны? Лопательные, бросательные бомбочки. Хотела. Я бы хотела. Папа промолчал, значит, не нужны. Потому что папа знает, что дети поиграются, а папа будет корячиться и убирать. Просто раз она прям весело не совсем сработала. А мы пришли посмотреть. $100. Слушай, огромный кулак. Это эти холодильники на озеро с собой, чтобы брать долларов. Ну, нам как-то поменьше, вот такой вот даже не нужен. Такой, да? Не, он самый это, размер нормальный для нас. Зачем нам огромный? Мы же не на неделю едем. Какой-нибудь маленький кем, а это на озеро. Да, все правильно. Слушай, Жень, даже стаканчики есть. Стаканники. Да. Что стаканники? Стаканники тут даже есть. Можно как стол использовать. Да. А это я не знаю для чего. Что? Держалка для чего? А мы будем это брать? Что-то вставлять можно. Так, ну что, берем такой? Давай. Что мы сюда сможем поставить? Напитки можно. Ой, да и сюда можно и фрукты, и напитки со льдом. Да. Ты думаешь, маленький для нас, да? Можно? Думаю, большой. Да. Можно какие-то. Пытаюсь понять, что мы сюда сможем. Можем вот этот сравнить, посмотреть, поставить. Огромный вагон. А если этот? Так, все-таки решили этот взять, да? Мы можем вести после нас. Как-нибудь он закрывается. Никита повезет, как чемодан. Ручку Никита нашел, как достать. А ручка какая-то хлюпкая. Не поломается она с тяжестью. Смотри, шатается, по-моему. Никит, ты потащишь, да? Только не подави людей. Что-то я боюсь Никиту запускать в Костко с таким кулером. Вчера на озере были мы когда вот такими вагончиками многие люди. Загружают туда все-все. Вот, смотри, мам. Я пустил. Ага, все, погнали. Никита, тетя, объехай. Так, мы тут потихоньку пока набираем. Я посмотрю. Персики, нектарины. Я предлагаю нектарины взять, эти белые. Нектарины. Они всегда сладкие, они никогда кислыми не бывают. 9,49 за 5 паунтов. Мама, у меня один вопрос. Они сочные? Я понятия не имею, но... Они сочные. Хорошо. Они всегда в Костко хорошие. Они еще вкуснее. Нет, эти не такие. Они вкуснее. Так, яблоки, наверное, не надо, да? Сейчас мы за клубникой поедем на следующей неделе. Будут фрукты. От яблок отдохнем. Давайте что-нибудь хлебное возьмем, мучное. Так, берите круассаны еще нам на завтрак. Мы же булочки взяли. Просто мы берем только белое мучное. Чтобы быть толстыми, да, Лиз? Нет. Теперь арбузы, дыни, пойдемте посмотрим. Так, а где же большие арбузы? Может быть, уже маленькие можно покупать? Вон там. Похоже на наш. Так, что-нибудь дыньки. Дыни. Может, такие возьмем, оранжевые разочек попробуем. Похоже на наш. Пахнут? Пахнут. Ну, тогда бери. Вот это, конечно, желтое вкусное тоже, но вот эти неплохие, если они зрелые. Но эти вообще без запаха. Да? 4,99 за две дыни. Арбузы. 4,99. Без арбузов сейчас никуда. Нормально? Никита, убирай руки. Спался. Так, курицу вот мы будем запекать или на шашлык, или просто запечь в духовке кусочки. Бери. Взяли еще гриль, да?
колбаса. Лиза меня просила солями. Где Лизка? Где? Пошли за солями? Да. Лизка любит ее. На, бери. Пойдем. Лизку найдешь. А где? Так, это что ты взял? Картошку, что ли, или что это? Как картошка, похоже. Как она называется? С чесноком, наверное. Я не знаю даже, где она, откуда она. Все подходи ко мне. Сонечка, ну возьми, а. А что это? Что-то раздает женщина. Ну, вкусно. Бери. Вкусно, да? Вот туда же, коробочку брось. Дай еще раз поближе. Вкусно? Здесь сыр и... Сыр и картошка? Внутри. И вокруг тесто такое вкусное. Ой, ну что? Вкусно. Вот эти, наверное, да? Ага. Что-то новенькое. Real cheese с сыром внутри. Возьмете? Берете, да? Съедобно. Маленькая, правда, упаковочка для нашей семьи. Выкинь гарбич. Возьмите еще дети, сходите. Не надо. А их жарить надо на сковороде, да? Да. Нет, я имею в виду у тетки возьму. Будь наши пошли за яйцами со сметаной, а мы селедочку будем с Лизой брать. Мы с Лизой единственные в семье, кто селедку любит, да? Кстати, сейчас покажу, где селедка сделана, произведена. Вот селедка, где здесь написано, где произведена. А, вот. Читайте. Made in Беларусь. Да, белорусская селедка. Костка продается. Представляешь? Ты белорусскую селедку ешь. Набрали яйца со сметаной. Лиз, клади белорусскую селедку. Пап, Лиза купила белорусскую селедку. Белорусская селедка уже ловит. Да. Видишь? Мы решили делиться все время. Папа с Никитой уходят, одно что-то берут, ищут, а мы другое. Нам сейчас надо губки взять. Вот они. Сань, бери. Губки. Губки, губки. Мыть посуду. Ого! Такую вот упаковочку мы берем, и у нас она быстро заканчивается. Посуды много моем. Ну да. Пошли папу искать. Сюда, Никита, по жопочке. Это шутка, Никита, все, шутка, шутка. Так, сок не нужен газированный? На сейле. Шампанское детское. Мартинелли. Будете брать? Да. Берите, нормально отснимаю это для них, для сока. Да. Будем брать на озеро. Праздновать. Так, какой-нибудь сок надо. Овощной нужен сок? Овощной сок взяли. Теперь нужно просто сок какой-нибудь в пакетиках, чтобы... Индивидуальный был. О, я такой. Этот? Да, да, такой, берите. Такой подойдет. Компрессант. Ужас, у нас уже тележка полная. Я не знаю, как мы будем все это тащить. Можно было две тележки взять. Дотащишь сок? Апельсин манго. Апельсин манго, тащи. Все, нам тележки явно не хватит. Хорошо, пусто. Я себе и Лизе, мы вот такое любим, в основном взяла. Я даже не знаю, что это такое. Но мы с ней любим замороженные овощи. Так, а это просто, а это брокколи. Нет фасоли, да, стручковой? Слушай, здесь все на сейле. Возьми эту цветную капусту замороженную, органическая она. И тоже на сейле. Можно будет ее готовить вместе с этими зелеными овощами. Иди еще возьми. Папа с Никитой пошли опять за напитком, за... попить что-то хотят там газированное. Какой-то джинджер бир или что там, да, пиво вот. Какое-то джинджер, детское какое-то. Да, он. Напиток оно... какой-то газированный. Да, и он. Он точно безалкогольный? Проверим, как палит. А то Никита второй стакан врубает. А что такое алкоголь? Алкоголь это алкоголь. Так, давайте мороженое какое-нибудь брать, выбирать. Давай. Так. Где-то коун были эти, на сейле. Нет этих конов? Может, они где-нибудь в торце? Так, вот такое мороженое возьмем на палочке, оно хорошее, костовское. И надо еще где-то эти коуны найти. В этих стаканчиках вафельных. Ох, нам вафли не нужны, я не проверила. Нет. Нет? Так, на завтрак нужно что-то взять какие-нибудь. А я хочу одну вот эту. Никит, ну за 6 штук, за 10 долларов, это чересчур. Берите вот такой. Они что, берет. Пойдем, пойдем. Сейчас на другой стороне найдем, что-нибудь еще посмотрим. Так, взяли какую-то еду попробовать. Сонечка, возьми, попробуй еще. Я не знаю, что это. Что это? Чистое, это мясо и сыр. Так, там котлеты куриные.
такая вот коробочка, 6 штук, да? На озеро брать будем. Приготовил быстро. И съел. И куриные эти для гамбургеров. Слушайте, надо будет взять булочки, чтобы гамбургеры вот такие делать. Смотрите, что у нас уже кошмар. Никита, выйди с дороги. Так, взяли корн-дог еще. Это такие сосиски в тесте, американские, сладкие. Ужас. Поехали дальше. Теперь нам нужно всякие колбаски взять. Вот эти еще надо будет сосисок взять еще. Давай пока вот эти возьмем, хватит нам на неделю. Мы сейчас $500 точно потратим. Смотрите на нашу тележку. Это еще полпути только, кошмар. Возьми, да, две, потому что они последний день на сейле. Теперь зрители понапишут, одни полуфабрикаты едят. У нас тележка уже еле двигается. Да вот масло тоже надо, могу потерпеть. Или возьмем сразу. Какое-то ирландское масло есть. Оно дорогое, бессмысленно, обычное. Бери, хост. Возьмешь? Да-да. Да. На сейле сыр органический. Так, тоже на озеро. Палочки сырные. Чего сыр. Так мало? Да хватит. У нас еще не, дома есть не органические. Мне нужен сыр натертый. Берем. Вот этот? Да. Достаньте, возьмите сыр натертый. Сколько там в нем? Этот? Да, бери, бери. Ой, для упаковки? Да, оно спаянное, сон, их не разделишь. Книжка у нас дома есть. Да? Это такие пельмени, только они органические, с овощами и с курицей. Так, нам сюда надо повернуть за нарезкой. И для гамбургеров эти взять булочки. Да, очень. Где-то должны быть булочки. Для гамбургеров это не то. Это для завтраков. Такие булочки специальных на завтрак. Американцы любят. Ветчина, сосиски. Запихиваем дальше. На $500 точно будет закупка. Вот они. С тмином. А, нужно положить. Нам уже можно просто сразу ехать на озеро и там жить. Ну, и два дня там жить, да? На два дня, думаешь, нам только хватит? Может быть. Это как раз здесь прям полный набор, да, всего? А, да. Мам, а вот это возьмем? Кетчупы, под не ахти. А, это взяли уже. Это все для этих, для хот-догов, для бутербродов. На озере. Пошли соленые огурцы теперь возьмем. Мам, почему не постригаешь ногти, а? Я почему не постригаю ногти? Мама. Некогда. Так, огурцы. Это очень вкусная курага. А это что? Органическая. Сушеные бананы. Чипсы из бананов. Лучше свежие. Папа решил супчики взять. Так, это биф. Чикен надо. Это нам вот здесь есть. Копс. Заливать, заваривать. Только так, ну мы точно из дома уедем на всю жизнь с такой коляской. Нет, нет, нет. Суп. Соня говорит, у нас теперь есть суп. Больше еды. У нас никогда не было супа. Ну и отдел снеков. Что у нас? Что мы будем брать, я не знаю. О, Орео. Нет, Орео не будем брать. Орео. Здесь есть чипсы, но мы их лучше возьмем в другом магазине. Радуга. Мы когда-нибудь туда съездим. Возьму такие полезные крекеры органические на солнышко. Это очень полезные. Пойдем. Они с куркумой эти крекеры. Давайте вот здесь через отдел снеков пройдем. Который из них? Поворачивай сюда. И потом еще следующий. И в кассу. Нет, это такая вреднюка, вот эта вот еда вредная. А что-нибудь вот такое полезное брать. Так, конфеты, все конфеты здесь, да? А где же снеки? Так, такие вы не едите? Нет. Нет, не нравится? Давайте, смотрите, что вам по душе. Какие батончики. Это печенье, ты его такое не ешь, оно там внутри жирное какое-то. Вот. Сейчас. Вот это? Да, только не знаю, что это полезное.
Наверное, полезное. Бери, потому что здесь эти батончики в самом все хорошие. Я в школе это ели, и мы в школе это ели, они вкусные. Так, кулер мы оставили. В следующий раз заедем, возьмем. Некуда будет поставить. Но мы поняли, что мы это не осилим в этом, в машине. Что меня это пугает. Мы ни разу столько не покупали. Это гора уже выше Микки. Кошмар. Папочек, угадай, сколько мы заплатили? Думаю, 450 долларов. 401 доллар. А? 401. А. Смотрите, длина ресита. За кулером заедем, да. Поэтому с кулером будет как раз 450. У нас жара, сейчас прям только на озеро ехать, да? Теперь вопрос, в какой холодильник это все поместить. Так, мы все, мы затарились на 400 долларов. Теперь у нас полные будут набиты холодильники и полки. Теперь у нас все есть. Мы готовы для поездок на озеро. Дорогие зрители, на этом все. Если вам понравилось наше видео, то... поставьте лайки! Спасибо, что вы все это время были с нами. До свидания! А мы будем отдыхать. Да, домой.